Здравствуйте, меня зовут Лариса, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня суббота, а значит, у меня выходит кулинарное видео. И я хочу предложить вам сегодня приготовить такие куриные котлеты. Они готовятся очень легко, очень удобные, можно на тормозочек их с собой брать, и просто как легкий перекус. Нам понадобится для них куриный фарш, зелень, яйца, кефирчик, мука, сыр. Можно вместо сыра, например, летом я добавляю туда кабачок, можно потереть морковку. Уже это на ваше усмотрение, у кого как фантазия разыграется и что вы больше любите, какие предпочтения вкусовые. Итак, приступим. Нам понадобится для наших котлет 0,5 кг куриного фарша, 100 грамм кефира, 2 яйца, соль, перец по вкусу и какие приправки вы еще любите. Я добавила кориандр. Я очень люблю эту приправу. Здесь 100 грамм муки, 100 грамм сыра тертого. Можете делать без сыра, если не любите или вдруг еще какие-то причины, аллергия. И зелень. И перемешиваем. Так, наш фарш готов. Муки у меня ушло чуть меньше, наверное, грамм 50. Теперь просто жарим как оладушки на сковороде на растительном масле.